І рушник вишиваний на щастя на долю дала. Так слова української пісні кажуть про матір. Першу та найріднішу людину в житті кожного. А що значить це просте слово «мама» для миколаївців? Мама – це той чоловік, який нас приводить в цей світ. І мама – це той чоловік, який, що би ми не робили, вона ніколи нас не залишить. Ми, там, які б не були б діти, да? А для мами вони завжди найкращі, найкрасиві, найумні, мабуть, там, найталантливі. Моя мама, по-моєму, делала для меня даже больше, чем мне было надо. Я всегда говорю, мама, может, надо меньше уделять внимания детям, больше себе, потому что на самом деле иногда наши мамы, они полностью себя посвящают детям, а детям тоже хочется, чтобы их мамы иногда находили время для себя. Ну, самое главное, чтобы дети это помнили, ценили, были благодарны. Я очень благодарен своей маме. И, я не знаю, увидит она нет по телевизору, привет, и я ее очень люблю. Я недавно попала в больницу, она просто трое суток у земли сидела, это самое элементарное, трогательный момент. То есть как бы все друзья, все-все, ну, любили по телефону, да, скажем так, а мать, она была рядышком. Трудяшка, вот что именно с утра и до ночи именно трудится и как говорится, ну просто все, она отдает полностью себя, ну, только своим детям, я имею в виду, а взамен он просто ничего не просит. Это именно вот реализация женщины, как личности. Наверное, все в этой жизни. Самое ценное, самое дорогое. Мама – это поддержка, это человек, который нас любит, который никогда не бросит, который всегда будет рядом, что бы ни случилось, всегда поддержит. А что о своей маме можешь сказать? Она очень хорошая, добрая, я ее очень люблю. Моя мама для меня лучшая подруга, она всегда рядом, понимает меня. Что значит мама? Ну, мать – это мать. Свет, тепло. Ну, мама для меня – это все в жизни. Это самый близкий человек мой, мой ангел-хранитель. Очень люблю свою маму. Желаю всем таких мам, как у меня есть моя мамочка, любимая. Ось що побажали наші співрозмовники матерям України. Цініть себе, любіть себе, любіть своїх дітей, і тоді ваші діти будуть любити вас. Як говориться, здоров'я, благополуччя, сімейного достатка і все. Я желаю, щоб всім мамам достався такий син, як я. Чому такий, як ви? Тому що я найкращий в ній. Тому що я люблю свою маму, вона любить мене дуже сильно. Пусть они будут самые счастливые, чтобы их дети ценили, чтобы все у них было все хорошо в жизни. Чтобы она оставалась такой же красивой, молодой, доброй и всегда была со мной. Позитива желаем, и чтобы они чувствовали поддержку и внимание окружающих. Я как-то так вот сказал. Я желаю, чтобы матери никогда не болели, и чтобы Бог дал им мудрость, чтобы они воспитывали своих детей правильно. А как это правильно? Правильно, ну, то есть учить их, как правильно жить, но в их жизнь много сильно вмешиваться нельзя, чтобы был баланс. Ну, желаю всем матерям терпения, желаю всем радоваться в жизни побольше, побольше светлых моментов, побольше гармонии, любить себя. Пусть каждый день будет маленькое-маленькое чудо.